Когда я прочитала на аннотации о стевии, что она продлевает жизнь человеку, и я задумалась, может быть, ее стоит попить. И сейчас я включила в свой рацион стевию. Вот уже сколько я работаю в Алтабе, столько лет я пью стевию. Кофе со стевией, чай со стевией, в творог ложу стевию, в кашу стевию, даже варю варенье со стевией. Мы один раз здесь попробовали, нам приносила женщина литровую банку с вишневого варенья. И я нынче тоже попробовала это сделать. Очень вкусно. И я желаю всем, чтобы вы тоже сварили. Там чуть-чуть надо всего этой стевии добавить. И варенье получается изумительное. В данный момент я делаю лимоны со стевией. Разрезаю так вот кружочками, потом еще два раза так разрезаю, складываю в баночку и посыпаю этим порошком чуть-чуть. Перемешиваю, ставлю на сутки и потом прекрасный чай. Во-первых, сам лимон и стевия, они снижают давление, и я перестала пить таблетки от давления. Да, вот так вот мне помогает стевия. Я очень уважаю этот продукт. И еще бы я хотела сказать, что очень хорошо мне помогает, у меня всегда было высокое давление, меня уже садили на таблетки, чтобы я постоянно пила таблетки. Но вот я стала вот лимон делать этот, потом, значит, со стевией, и пью очень много абифлора. Абифлор мне тоже помогает, он и чистит сосуды, и помогает сердцу, и уменьшает давление. Спасибо.